В торгово-развлекательном центре «Форум» завтра с 17 до 19 часов состоится празднование Дня Святого Валентина. В этот католический праздник, который прижился на Мурманской земле, организаторы обещают насыщенную программу. Веселые конкурсы для влюбленных, праздничная фотосессия, мастер-класс по изготовлению валентинок и многое другое. Будут подведены итоги фотоконкурса, также в программе выступления творческой молодежи. Все пары, которые придут вместе, смогут пройти психологический тест на совместимость, проявить знания о профилактике инфекций, передаваемых половым путем. Для тех, кто еще не нашел вторую половинку, организаторы впервые подготовили экспресс-свидание. Дается равное количество молодых людей и девушек, которые по очереди меняются и в течение 5 минут знакомятся с противоположным полом. Если у них завязались какие-то интересы к противоположному полу, соответственно, они в дальнейшем продолжают общение.